Комитет РФОП по охране безопасности дорожного движения лейтенант полиции Ковалева. У нас проходит профилактическое мероприятие «Пристегнись». Что ваше водительское удостоверение? Свидетельство о рождении. Сколько лет? 15. Очень плохо, что он у вас не пристегнут в ремень безопасности. Дети, которые направленное на профилактику пресечения и выявления административных правонарушений в области нарушений правил перевозки детей и пассажиров. Целью данного мероприятия является нацелить водителей на обязательное использование ремней безопасности в отношении водителей, в отношении пассажиров. Если вы автомобиль перевозите ребеночек, то обязательное использование действий поддерживающих условий. Какой сейчас штраф? За нарушение правил перевозки детей на сегодняшний день законодательством предусмотрено штраф в размере 3000 рублей. Здравствуйте, инспектор Мусульмин. Здравствуйте. Документы операции. Детское кресло детей. Скажите, пожалуйста, вот сегодня проходит совместная операция с ГИБДД. Мы сейчас проводим совместную проверку с ГИБДД по мероприятиям, направленных внимание дети по креслам непосредственно располагающего в автомобиле. Вот, и раздаем памятки, как правильно их выбирать, сколько категорий кресел, как, что должно быть указана информация на этикетках. Скажите, что есть те кресла, которые могут вообще не подходить по нормам? Ну да, может быть, какие-то производства, какие-то не соответствующие производства. Ну, это обычно при выборе кресел, и здесь мы все подробно описываем, как правильно выбирать кресло для детей, с какого возраста, по весу там и тому подобное. Кресла обязательно должны быть при перевозке в машинах, обязательно. Вот. И, конечно, они снижают уровень травматизма у детишек при случае каких-то аварийных ситуаций. Во-первых, могут быть там три вида кресел, бывает, в зависимости от веса, от роста ребенка. Вот, надо правильно их пристегивать, и при покупке должна быть информация непосредственно, как правильно использовать то или другое кресло. Это обязательно. И обязательно при покупке кресел надо обращать внимание и брать непосредственно сертификаты или смотреть сертификаты, либо декларации по этим креслам, чтобы они соответствовали выпуску данной продукции.